В прошлый раз берег Уды, сегодня остров Спасский. Именно здесь находится насосная станция водоканала. И мусора здесь тоже хватает. Мы как бы всегда на экологические акции в первых рядах, в первую очередь. И вот только начали убираться, и уже очень много мусора собрали. Экологическая акция стартовала в Якутии. Инициативу якутского водоканала быстро подхватили коллеги из Бурятии. В прошлый раз для мусора на берегах Уды едва хватило мешков. Чистили его работники местного водоканала почти весь день. Откликнулись сразу, не принуждали никого. Сегодня на Спасском заключительная стадия эко-акции. Мы понимаем, что все водоканалы, они максимально заинтересованы вот именно в чистоте наших рек, в чистоте нашей экологической вообще вот этой обстановки в регионе. Поэтому мы на сегодняшний день завершаем. Две недели у нас активно проходила вот уборка. В этой колбе вода из реки Лены. Это как символ старта масштабной акции от водоканала самого севера нашей страны. Уже сегодня ее доставят в Иркутск. Мы принимаем эстафету. Большое спасибо. Действительно важное дело. По всей России все водоканалы будут поддерживать эту акцию. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Уже в ближайшие дни работники Иркутского водоканала начнут чистить берега Ангары и Иркута. Далее эстафета продолжится на западе и завершится в городе Москва. Мария Латышева, Вячеслав Батоев. Новости дня.